2000 году здесь, на этой площади, установили памятник в честь Андрея Первозванного. А напротив памятника поставили храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Да и всю площадь назвали площадью святого апостола Андрея Первозванного. Позже, после его прихода, через тысячи лет, ну или почти через тысячи лет, сюда пришел Аскольд. Рядом находится Аскольдова могила. Знаменитая Аскольдова могила в Киеве. Место это в Киеве удивительное и замечательное. Площадь святого апостола Андрея Первозванного. И сегодня я нахожусь здесь, в Киеве, на этой площади, у этих знаменитых памятников –